В этой маленькой мастерской Шералы Сурумбаев и его два ученика создают необычные картины. Когда-то художник решил развить умение рисовать дальше и начал писать на коже. Художник признается, что кожаные картины требуют не только таланта, но и силы рук. На одну картину в среднем у Сурумбаева уходит около месяца, а иногда и целый год. Рождение картины художник разделил на три этапа – на бумаге, на деревянном полотне, а затем по рельефу дерева. На коже выбивается рисунок. Кожу мастер покупает и обрабатывает сам. Для нужного состояния сначала утончает, кожу размачивают, подкрашивают. Мастер говорит, что выбирает материал сам, потому что от качества зависит вся работа. Кожа должна быть немного сухая, тогда она приобретает необходимую форму для создания рельефа на картине. А еще мы вот так вырезаем лишний слой кожи для того, чтобы она была мягче. Кожу я покупаю у нас на заводе, затем мы ее долго обрабатываем. Это очень долгий процесс. «Страдание ледника» – так называется одна из новых работ Сурумбаева. В картине художник описал Юркюн 1916 года. Такие картины с глубоким смыслом популярны не только в Кыргызстане, но и за рубежом. Сейчас очень многие интересуются всем национальным, также и картины часто выставляются за границей. Нам делают заказ на оформление различных госучреждений, но чаще всего работаем над частными заказами. Сурумбаев больше 10 лет занимается картинами на коже. Несмотря на признание в стране и за границей, художник очень скромно оценивает свое творчество. Говорит, что каких-то любимых или особенных для него не так много. Его часто приглашают на международные выставки, его картины в известных галереях Москвы и Японии. Зарема Мусаева, Бахтур Сундюшенбеков, Общественный первый канал.